Для соединения по USB сначала подключите коммуникатор к компьютеру с помощью шнура. Затем включите функцию модема, перейдя по пунктам «Пуск программы общий интернет». В поле подключения ПК выберите USB, а в пункте «Сетевое подключение» название ранее созданного соединения. Для начала соединения нажмите кнопку «Подключить». Для соединения по Bluetooth сначала включите этот модуль, а также поставьте галочку в поле «Сделать устройство видимым для других устройств». Затем перейдите на вкладку «Устройство» и добавьте новое, то есть компьютер. Включите на коммуникаторе функцию модема, перейдя по пунктам «Пуск программы общий интернет». В поле «Подключение ПК» выберите Bluetooth PAN, а в пункте «Сетевое подключение» название ранее созданного соединения. Для начала соединения нажмите кнопку «Подключить».